Всем добрый вечер. Сегодня мы собрались за чашкой супа. Правда, мы уже все съели, пока обсуждали. Что мы обсуждали? Мы решили собраться и сделать акцию, обменяя старую косметику на новую. Потому что сейчас идет новогодняя акция по приглашению. И привлечь тем самым людей в наш офис. И привлечь людей к себе в команду. Значит, мы создали план. Что кому, в общем, сначала накинули планы, потом распределили между участниками, кто что будет выполнять. Договорились о дне, о часах проведения этой акции, ну и все, распределили роли, кто что будет делать. Я буду делать группу в социальной сети «Контакт», буду подготавливать каталоги. То есть будем приглашать на эту акцию через онлайн. И будем приглашать также, вот раздавая каталоги. Каталогов очень много старых в офисе. Сделаем на каталог объявление, прикрепим на него и пойдем в массы раздавать. Я Наталья Лукьяненко, консультант Oriflame и интернет-блогер. Тоже участвую в этой акции. Будем раздавать каталоги с объявлениями, чтобы привлечь посетителей на эту акцию, чтобы все узнали о ней. А еще мы сегодня пробовали супчик. Так вот, Софья у нас уже сбегала за своим третьим. Софья, а ты когда акцию будешь проводить, куда его денешь? Я рассчитываю на помощь бабушке, что она мне заберет и второго, и третьего. Старшая у меня в деревне отдыхает. А у нее проблем нет, ага. С вами были Софья Малиновская и Наталья Лукьяненко. Спасибо. Приходите к нам в офис.